ЧГУ имени Ульянова стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. Специальная комиссия учитывала ряд критериев – состояние и оснащенность спортивных сооружений, достижения студентов на различных соревнованиях. По этим показателям ЧГУ – один из лучших. Площадки с искусственным покрытием, современные оборудованные спортивные залы – все это приводит к результату. Вот в прошедшем учебном году достигнуты достаточно высокие показатели. Вот буквально на днях в Алуште наши девушки, это сборная ЧГУ «Атланта», завоевала 4-е место среди 26 лучших вузовских команд баскетбольных. В университете организована в прошлом году хоккейная команда «Мамонты» ЧГУ, и уже успешно мы на окружном первенстве выступали. Всероссийский этап конкурса состоится в сентябре.